Хей, окей, самі шимки, ми продовжуємо проходити групу на Zombie Feast. Вот это мы уже скоро, считай, закончим игру. 70% мы уже наиграли, 90% мы уже наиграли. Мы получили все способности. Я глянул, если еще способности, это с местом, где я как раз я думал, как нам попасть через эти шипы. Оказывается, там немножко другая система с этими сраными шипами. И все, то есть у нас с вами все собрано. Следующее, что узнал по NPC. Почему у нас все-таки с вами не открываются остальные навыки? Оказывается, их нужно разблокировать. А разблокировать их можно у NPC. Раз. Все нормально, да? Все нормально, все ненормально. NPC. Лапшичник. Надо вкидываться в него, потому что когда мы вкидываемся в него, он даст нам финтеплюшки с вами. Поэтому, да. Но мне нужен телепорт. Ближайший телепорт тут есть где-то? Ки-ки-ки-джи. А фиг тут есть, да? Но только внизу самом. Короче, сейчас наверх и налево. Идем в канализацию. С канализацией мы тогда телепортнемся через поезда. Куда-то туда и доедем. Куда-то доедем. Открывайся. И, кстати, да, здесь проценты показывают не зависимость от того, все мы нашли или не все, поэтому если мы, наверное, что-то упустили, нужно было бы сразу тут возвращаться. А здесь мы все забрали, потому что здесь полностью у нас открыта карта. Есть еще несколько NPC, которые нам нужно будет потом с вами посетить. Но я думаю, мы сейчас с вами это сделаем. Я уже туда больше не возвращался. Не всем разрешено кататься на поезде Крестиной Баны, но для тебя мы сделали исключение. Куда тебе нужно попасть? Площадь Зверожан. Нифига себе. Но нам все равно потом еще надо будет в шахты спуститься. Да. Вот это тоже место, которое я думаю. В принципе, сейчас влево пробежимся до конца. Водные каналы сейчас в полном порядке. Можешь свободно использовать их для перемещения.
Спасибо, Хэп. А, и, кстати, узнал, где этот чертов продвес находится с ключами. Либо в арсенале, либо на электростанции находится. Поэтому, да. Того чувачка надо будет тоже поискать. Скупить все ключи. А, подожди, а здесь, кажется, сундук, да, у нас не открыт был? Нет? Шахтах тех. Просто сейчас пойдем, а потом искать. Сайкс. Ну и ну. Да это же Рэй. А я не ожидал встретить тебя сразу после смены караула. Ты теперь сторожишь этот телепорт? Ты угадал. Рейта не только прогнал железных псов, но и у меня представилось будущее. Этот ценный телепорт был совсем недавно захвачен у железных псов. Рей, раз уж ты такой классный, может, подпишешь? Ой, да без этого. У меня все равно нет с собой ручки. Да не нужен мне твой автограф, я хочу автограф Урса. Уверен, раз ты такой крутой, ты легко его достанешь. Ох, чего это я? У Рейта наверняка полно дел, так что я... От тебя отстану. Спасибо, Рейтон, что прогнал железом сов западного рубежа. Так, давай сразу смотреть, был ли тут где-то сундук. Ля, ну по-любому где-то сундук все-таки был, да, наверное? Нет? Значит, нет. О, так я отсюда сейчас быстренько сюда зайду. Я подумал, сейчас я буду долго, нудно это делать. Нет, отлично. Каждый из вас станет суперсолдатом, для этого нужно только одно — тренироваться. Знаете, что станет источником вашей силы для борьбы с железным псом, под который вас течет? Так, нам нужен, короче, диалог с цифрками. На западном рубеже все знают твое имя, Рейден. Мы просто обязаны тебе это благодарить. Ты помог нам справиться с железными псами. Заходи к нам. Мы на западном рубеже всегда тебе рады. Спасибо, Буйвол. Я лишь сделал свою работу. Превосходно. Рейден теперь главный на западном рубеже. Значит, инспектор Чан больше не будет устраивать свою потагодкну. Теперь я наконец-то смогу лечь и как следует выспаться. Ха-ха. Так, считается это за выходом за территорию? Как я понял, цифры немножко меняются, когда ты выходишь за территорию. Это тренировка, а пытка. Уж лучше, чем... Позволь железным самым лишить их боевого духа, даже если их побьют. Это лучше, чем прятаться в городе. Мы до сих пор побеждали железным псов, потому что сражаемся недостаточно усердно. Тренируйся до последней капли пота, а потом сражаться до последней капли крови. Сколько повторилось делов эти ребята? Это болтовно меня отвлекает. 10. Начинаем заново. 567.
Похоже, мы достигли до сюда. Прыгай отсюда, кролик. Не мешай нам тренироваться. Вот, возьми это, исчез отсюда. И больше не мешай нам тренироваться. Но ты... На что устроили эти ребятки? А ну, упали, сделали еще по 100 подходов. Так, может, стоит поговорить со всеми, с кем я уже был здесь? Ролик, что ты услышал, когда я хвастался? Сейчас на постер посмотрю. Ну, короче, как вы поняли, мы уже добираемся почти до конца. Светоч переживает тяжелые времена. На западном рубеже еще остались старые бойцы, которые могут еще сесть на канатку и отправиться к тебе на помощь. Спасибо, Бугл. Ну, на западном рубеже тоже должно быть куда охранять. А Светоч я займусь сам. Ты соответствуешь своей репутации. Буйвол не зря считает тебя своим главным бойцом. Здорово, ты надрал хвост этим железным сам. Ну как там, опять сачкует? Как это было? А, точно. Сразу сходим, заберем все. Вот, вот этого чувачка надо забрать. И вот теперь надо... Вот и все, вот и вся. Вся проблемка. Я думал, мы у нас еще даже... Не понял. В смысле? Не понял. А сейчас я не понял. Может, я должен на этом заявиться... Что-то я, малёха, не понял. А где остальной процент? Это вот этот кусочек мне нужен? Но туда все равно ничего не ведет. Здесь вроде бы развилок тоже никаких не было. Пешкин кот. А где ж, что проморгал? Давай сейчас, ладно, направо. Спущусь сюда, вот в этот переход. Возможно, там есть проход, я не знаю. Направо, вниз-вниз. А, ну возможно есть... Да нет. Вон, да? Да нет. Ах, фиг его. Почему 99,19?
что за бред? Тут карта полностью изучена. Ну да, вот этот темный участок есть, но что с ним? Туда проходов нет, ну, никакого нету. Я вообще не улавливаю. Понимаю. Но это единственный типа участок, который более-менее закрытый. Да фиг знает. Что тут еще может быть, где? Может баг? Да, навряд ли. Давай, ладно, я буду паузу поставлю, там посмотрю, что если что-то найду вдруг. Ну, как я понимаю, плюс-минус это место. Ну типа я просто сейчас вокруг карты обхожу. Я не знаю, но просто если это в натуре баг. Я сейчас открыл карту, да, в интернете. И по идее здесь должен быть сквозной проход. Вот к той стороне. То есть где-то получается здесь. Да, здесь. Должен быть проход. Типа лол, в смысле? Где проход? Не знаю, вот на карте смотрю, там есть проход. Они типа соединены между собой, эти проходы. У меня уже и карта не такая. Короче, сейчас еще немного полазь, если вдруг ни хрена, ребят, ну... Ну, ни хрена, что сказать. О, заметьте, что голова этого, походу, тиранозавра Рекса, да? Будем смотреть еще туда. Все, я, короче, полазил по шахте. Уж я не по карте, просто начал лазить, потому что вдруг что-то еще будет. Я нашел. Вот здесь у нас еще вон решетка осталась. И, блять, это проход просто сюда. Ладно, короче, бог с ним, я не так и не понял. Я пошел в туннеле. То, что я говорю, это бредятина. Западный рубеж мы сделали. Шахта 99. Почему 99? Я посмотрел сейчас другую карту игры, которая как у нас. И там, в принципе, все найдено. Каждый уголочек открыт. А где я мог еще не найти процент? Как я могу пройти игру на 100%, если нам уже шахты не дают 100%? Если не дают нам шахты 100%, нам не дает чувак-кролик этот.
Диск. О чем вообще может идти речь дальше? Так, нам нужно сейчас наверх подняться. Вот это на самом деле локация самая такая охерительная. Надо здесь не обосраться со всем этим. Дальше не смог попасть. А, ну да. И больше. Так, а теперь надо идти сюда и вниз. Долго, тяжело и нужно. Ну да, я, в принципе, скоротку открыл. Главное не обосраться с проходом. Вот, почему здесь не может быть прохода? Оно ж чисто, всем тем, что были до этого. Я просто не понимаю. Обидно только тот факт, что мы с вами должны это заново все пробежать. Понял. Все. А зернышек этих, если не ошибаюсь, их 50 штук должно быть. Иди ты в жопу. Вот снова. Вот. А что я должен сделать здесь? Тут показано, что тут есть проход. А как я должен туда попасть? Зачем вы мне показываете, что там есть проход? Просто ладно. Просто то просто. Ай. Процентов карты. Я вот сейчас думаю, что мне с ней делать с этим 100%.
Так я еще монетки пропустил. Плохо, плохо. Да я хочу туда. А там просто пропасть. Вот и все. Солокация. Шахтам, я не знаю, я еще мог на лифте как бы проехаться, но даст ли это что-то, мне кажется, вообще ни хрена это не даст. Кажется, это мне не даст от слова совсем. Давайте, ладно, проедемся, хотя просто. Попытка, не пытка. Почему бы не попытать удачу? Просто я как бы игру пройду на 100% для себя, вы понимаете это. Просто не знаю, попытаться поставить другой патч. Но изменится ли что-то? Вопрос. Ну просто не знаю, я говорю, я все здесь облазил. Каждый закоулок. Каждый. Где-то, блядь, что-то не дает. Мне кажется, вот это как раз кусочек, который не зарегался. Хотя у того чувака тоже там кусочек этот есть. Хрен его знает. Просто как оно работает? Если участок неизвестен, он не должен покрываться зеленой областью. Вот, допустим, здесь зеленая область. Везде. Значит, эта территория, да, изучена. Где что я не пропустил? Что я где пропустил? Сол. Все найдено. Все изучено. Сейчас я не знаю, либо в арсенал пойдем, либо на электростанцию. Либо арсенал, либо электростанция. Либо улицы с Жофром. Погнали. Пройдем с вами тренировочки. Прокачаемся до конца. Купим все, что можно купить. Им уже остается тальным помешать. Как к тому еще челику попасть, который постоянно спит? Тоже вопрос. Типа, чел, как? Акс. Кстати, я забыл прочесть про постер, да, и посмотреть, есть ли там ссылка какая-то. Летчик. Летчик Ас в отставке, который сражался с небесными пиратами, чтобы защититься от того, что ему дорого. Не знаю, но это ссылка на Соника. Ролик сделан, скорее всего. Эй, вот и где. Пока ты. Так, давай, Соник. Твердый звуковый кролик. Стремительный, как молния, и неудержимый, как подача звезда. В первые времена Цицерон увлекался легкой атлетикой. Перед стартом он всегда принимал стойку твердый звукового кролика.
Летчик Ас. Хотя, если она вступает, он рядом борьбу с воздушными пиратами. А, может это этот, Балу? Нет? Ну где Балу, это как оно? Куражи на виражи или как так? Так, ну это отсылка на Кастельванию. Алый плащ вампира изящно развивается в ледяном свете луны. Я делал косплей на этого персонажа, пока не потерял форму. Я был так красив и силен, что чуть самого себя не соблазнил. А как тебе окраска? Хо-хо, возвращайся, когда увидишь новые плакатики. А это все на эту руку. Не знаю. Они, я смотрю, как-то одной тематикой, да? Допустим, этот с этим. Ну да, пойди, вот этот кусок как раз у меня не изучен. А можно ли туда попасть в задней части здания? А? Вопрос, надо посмотреть. Нужно глянуть и попробовать. В наше время пушек и винтовок никто уже не практикует технические ближнего боя. Глядя на тебя, я вижу в душе боевое искусство. Это чудесные новости. У меня есть специальная машина на манекены для тренировки. Заглядывай, если у тебя будет время. Почему? Это просто тренировка. Но в итоге это на самом деле ни хрена не просто. Тренировка кулака. Усердие ключ к основному боевому духу. Даже в простейших приемах есть самая особая техника. Не все приемы ты выучил, они и не с... Тему можно учиться на тренировке, малыш Рейд. Ты хочешь продолжить тренировки? Да, да, да. Подожди, аж какое оружие? Бля, серьезно. What is it? Did you encounter difficulty? Тренировки, да. Master Wu, I'm very well. Хорошо, теперь необходимо для. Короче, мне нужно еще разблокировать предметы. Some machines and puppet. Practice makes per. Давай кулак. Diligence is the key. Да. Вот теперь все изучено. Мастер Ву, very well. Что разблокировать тебе надо? Какой? Ну,
А этот, скорее всего, да? Ну да. Мне вот дискеты, в принципе, даже не нужны. А, это новый открылся, который. Походу, ну да. Теперь хоть в прыжке. Так, ладно, что тогда сделаем? Давай сначала ко всем остальным я схожу. Посмотрю, как сразу можно ли туда попасть. Наверх или нельзя? Как разбудить спящего кролика? Таинственный осколок получен. У нас есть два осколка. Так, 79 000. Музыканту мы пойдем. Так, может он вернулся? Не знаю, просто приятно ли вообще не скупать все предметы, чтобы он не пропал, а он пропал. Welcome to Jingles' shop. My humble store chef. My noodles are famous in Torch City. На все свечи и слабшу. Поздравляю, я подсчитал, сколько чашек лапши ты уже съел, и официально провозглашаю тебя самым преданным клиентом волшебной чуани. Вот твоя себе награда. Я только что придумал новый рецепт, в следующий раз угощу тебе лапши для избранных клиентов. В своем новом рецепте я решил использовать новый бульон и новый соус. Мне пока придется прикрыть лавочку, чтобы провести кое-какие исследования. Заходи в другой раз. Классно. Как и далеко мне нужно уйти, чтобы он восстановил. Просто я думаю, я сейчас просто покину территорию и вернусь. Надеюсь, ты локации вышел, так? Моя лапша знаменита на весь свет, ты желаешь отведать? Давай. Особый коктейль Йоши. От запаха пирамидного лукового масла, который использует чуань, сразу слюнки текут. Вот это та же самая будет. Да, то же самое. Слушай, да, та, что стоит недорого, та еда, которая всегда хочется добить, и еще сколько влезет. My noodles are famous in Torch City. От запаха фирменного лакового масла, которое использует чуань, сразу слюнки текут.
Great food that is cheap and keeps you coming back. My noodles are famous. Поздравляю, ты повышен на рейд, теперь ты входишь в клуб Золотого Гурмана. Вот как обычно, твоя награда заходит почаще. Я придумал еще один новый рецепт, когда придешь в следующий раз, угощу тебя новой фирменной лапшой. Как вы видите, за 3 съеденных обеда я получаю только 3 ячейки. В своем новом рецепте я решил использовать новый блинный вкус. Мне придется закрыть лавку. Ладно, тренируемся. Давай пока тренироваться. Бур, у нас прокачан. Все этих лишь по самым боевым искусствам, даже простейшие приемы, есть своя особая техника. А, блядь, я думаю, что это за значок, это показывает, какое оружие используется. СФ. В воздухе. Почему значок прыжка не показали? О, какая форма превосходит исполнение. Ты достоин новых высот. Тренировка с забором окончена. Теперь ты можешь освоить более сложные навыки, обращаясь с этим орудием. I have some machines. Practice makes. Давай, кулак. Diligence is. Да блядь! Я перепутал. Что разблокировать? Раз, два, три. А, понял. Что? What is it? Did you? Master Wu, I'm very well.
Давай до конца часа прокачаемся, мне вроде бы хватает. Ага, вот оно теперь открылось на то место. Скорее всего, вот этот надо, да? I have some machine. Practice makes perfect. Diligence is the key. Или не тот. Почему мне говорят да? Я что-то еще не выучил. Да сука, что я тогда от меня хотел? What is it? Master Wu. Very well. Просто я не хочу прокачивать все, зачем оно мне. F. Что-то связано с F. А, вот оно, ёлка. Так, давай сразу их лыс посмотрим. I have some machine. Ну да, я мог сэкономить немножко. Practice makes. Diligence is the. Что я сделал? Это не та атака. О, какая форма! Превосходный исполнитель, ты достиг новых высот. Тренировка с кулаком окончена, теперь можешь освоить более сложные навыки и обращаться с этим орудием. Diligence is the key to. Не все приметы выучил, и все. Не все му можно учиться на тренировке. Малыш, ты хочешь продолжить тренировку? Нет. I have some machine. Надеюсь, я тут прокачал. Diligence is the key. Так, так, так. Так, 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 так. What is it? Master Wu. Very well. Тренировки. На, прямо в игрока. I have some machines and practice makes diligence is the key. Так, так, так.
Бац, бац, бац. Да и не работает. Бац, бац, бац. Бац, 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 бац. Да я атаковал же. Бац, 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 бац. О, как кайфово, превосходно исполнено. Ты достиг новых высот. Тренировка с лосом окончится, теперь вы можете сделать более сложные варианты. У меня есть специальная машина, которую ты можешь тренироваться. Повторение мать еще не тренируйся однажды. Базовая тренировка. Вижу, ты нашел много дисков данных. Без сомнений, ты успел овладеть новым временем. Что ж, будем проверять времени. Рывок. Ух. Бац, бац. Бац, бац. Бац, бац. Навыки машины сделали тебя сильнее. Базовая тренировка комбо окончена. Возьми этот диск данных. У меня есть специальная машина. Тренировка. Установленная тренировка. Усиленная, поехали. Вижу, ты нашел много дисков данных. Мы попробуем. Раз, два, три, F. Раз, два, три. Как я? Он не меняет моментально. Как я в воздухе это сделал? Идиот. Как в воздухе это можно сделать? Как я набор поменяю, если... Пока ты одну атаку не сделаешь, ты не поменяешься. Вот, как я могу поменять? Алло, алло, чел. А, может, независимо от того... Где противник? Давай, хорошо. Как тогда? Я не понимаю. Ну просто там бред какой-то. Типа пока я не могу поменять, пока он от атаки не выйдет. Типа... Ты не можешь, пока ты в атаке. Что я сделаю? Как? Я не врубаюсь.
Как я в воздухе это могу, сука, сделать? Как я могу это в воздухе, сука, сделать? Бежь, бежи, бежи. Заебешил. Это нельзя сделать в воздухе. А, возможно, это нужно было сделать, когда у меня не было этих способностей. Бля. Я уже ничего не сделаю, да? А как? А что я сделал? А что я сделал, в принципе, в натуре? Вот. А потом идет торнадо. А потом идет торнадо у меня. Пиздец. What is it? Good. Person. What is it? Master Wu, I'm very well. Ебать. Что делать? Давай все взрыв. Ловой торнадо. О. Архабуре. Я смогу. У меня два диска не хватает, получается. Просто как я могу что-то сделать, если по сути я вот комбинация идет раз, два, три. Возможно, да, там должна быть такая. Но тут используется теперь вот эта техника, понимаете? I have some machine. То есть, наверное, с ним надо было сразу разговаривать. Теперь уже все. Либо я чего-то не понимаю, вот в натуре, как мне заблокировать тогда некоторые способности, убрать их. Делай, что в воздухе нихуя, ты заебешься. Я не знаю, как это вышло, но мне повезло. Живем. Ой, бля. Так, ну, наверное, сюда чуть поближе. Ой, бля. Ой.
еще попадим. Пальцы сломаю. Издеваешься. Бац, 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 бац. Бац, 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 бац. Бац, 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 бац. Может, я должен приземлиться, потом прыгнуть? Не знаю. Бац, 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 бац. Бац, 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 бац. Он очень быстро падает. Просто чешь в натуре, я говорю, в кнопках этих запутаться, как мне это делать? Попадает. Можно попасть.
А, ну хотя... Хотя... Если только задеть его с нижнюю часть, как вариант. Да, скорее всего, оно так и есть. Подает он. Ну вот, вот, я почти смог. Бесишь. Тупой робот бесит. Почему она не зачитала? Да я не бил третий раз! Он просто не достает обычной атакой буром. Что я сделаю? Вы видите задержку? Если бы он сразу менял, окей, но он не сразу меняет руки. Я что сделаю? Он меняет задержку после того, как только анимация удара закончится. Какие тренировки! Я не понимаю, блядь, Карл, это пиздец какой-то, Карл.
понимаю. I don't understand. Задержка ёбаная. Уебать, я твой ебать, что ты такое? Наконец-то, боже мой! О. Ты так быстро завершил усиленную тренировку по владению навыком машин. В том, что касается боевых искусств, Рэй, ты настоящий гений. Я усиленно тренировал комбо окончено. Возьми этот диск данных. Продвинутая тренировка. Вижу, ты нашел много дисков и данных. Без сомнений, ты успел овладеть новым временем. Что ж, будем терять время. Давай попробуем. Ебать. Ебать. Фух, ты шо? Сейчас я пальцы буду ломать об эти тренировки. ЭВС. Прыжок. ЭВС. Прыжок. ЭВС. Это в воздухе надо. Можешь прокачать, чтобы она была помощнее. Да, надо прокачивать. Оно слабое. Берлоб. Хорошо, давай попробуем сразу. Слабо это делает. Давай я, наверное, да, скажу сейчас. Разблокируем еще один навык. Получится, это да, мне нужно. Да, вроде бы огромный. Подожди, это большой наносит или огромный? Это большой наносит, а это огромный наносит. I have some machine. Practice makes perfect. I see you. Let me try. Давай.
Как я буду делать? Почему он слабо это все равно делает? Ай-яй-яй-яй. Получилось. Так и хоть. Пушка, ты шо? Окей, тут хотя бы одну кнопку нужно будет нажимать. Сука. Как я могу это в воздухе сделать? Алло. Он не переключается, если анимация не заканчивается. Да, это здесь показано, что он быстро перемещается, а когда пока атака не закончится, он не может поменять. Вот, смотрите. Даже вот так просто вот нажму сейчас удар. Нету, не меняй, пока анимация не закончится. Можно ли смухлевать? Он не может моментально сменять. Я не знаю, как это через раз это делает. Раз, два, три.
Я должен наперед нажать кнопочки до того, как он это сделает. Все, я понял, как это делается. Хорошо. Это просто чинес решение, если честно. Что? Я успеваю, по идее, почему он красным играет? Короче, ясно. Короче, нужно подождать, пока он подлетит. The machine powers made you stronger. Боже, это настолько ужасно сделана тренировка, потому что атаки... Она ждет до конца анимации. То есть, ты должен... Вот анимация еще не закончена, ты должен нажать действие, которое ты хочешь. И оно потом сразу выполнится после конца анимации. То есть это так сделано хуёво. You've completed advanced combo training. Take this data disk. Найс текст. Походу до сюда никто не доходил. I have some machines and puppets that... Practice makes perfect. Это еще не все. Мастерская тренировка. Рэй, твои плавные движения и устойчивое дыхание поговорят о том, что твои мастерство продолжает расти. Машины стали сильнее, так что ты можешь заодно и отточить свои навыки обращения со своими боевыми устройствами. Не все предметы ты выучил и все. Можно тренироваться, малыш Рэй, хочешь продолжить? Нет, что я должен? Нет. Что я еще должен прокачать? Я должен остальные навыки прокачать? Или что? Тот мне, хотя у меня все навыки прокачаны, в чем проблема, я не понимаю.
понял, апперкот прыжки мне еще не прокачан. Он имеется в виду, да? Что? I have some machines. Practice makes. Ray, you. Yes. Да, зачем я сюда пришел? А, ну да, получается это. Вот об этом я говорю, видите, задержка. Добавил. Бац, 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 бац. Бац. Перепутал. Бац. Отлично. Хорошо, здесь хотя бы только кулак используется. Я ж в воздухе это сделал, почему? Путаюсь в кнопках. А я что, был не в воздухе в этом моменте, пока его сейчас только что бил? Так сложно. Боже, как оно неудобно. О боже, о боже. Сколько кнопок? Еще больше. Давайте весь экран в кнопках. F, кулаки, бам-бам-бам, удар, бам-бам-бам, ВС, ВС, бур, вур! Бах, 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 бах.
Бах, бах, бах. Бах, 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 бах. Бах, 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 бах. Блять, ну я ж попал. Бэм, 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 бэм. Бэм, бэм, бэм. Нет! Бэм, 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 бэм. Бэм, бэм, бэм. Бэм, бэм. Бам, 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 бам. Когда это нужно налево, все. Excellent. Прекрасно. Ты добился идеального исследования классических боевых искусств и навыков машины. Ты создал собственный боевой стиль Рэй. Ты превзошел своего наставника. Это фрагмент одной из странных старых книг по боевым искусствам, которые случайно стали очень в юности. Считается, что в ней говорится о давно забытых боевых искусствах. Я передаю ее тебе. Быть может, однажды ты сумеешь ее понять. Единственный осколок получен. I have some machines and pop. Practice makes per. Все. Все, мы. This new noodle flavor will feature. Хорошо, если нас так не хотят, будем с вами делать иначе. Будем тогда сюда. Мне кажется, так будет чуть быстрее. Вкинуть деньги, вкинуть деньги. Получить ништяки. Бля, наверное, нужно было через канализацию. Через канализацию, наверное, было бы быстрее, да? А так мы пока ждем загрузку, анимацию и этого всего. Моя лапша знаменита на весь мир, хочет ведать, есть лапша. Классическая аст. Восстанавливаю закуску с красным перцем, маслом, желтой лапшой и зелеными овощами. Лучше да, так что недорогие, так после которых всегда хочется добавки есть, сколько влезет. Great food that is cheap лучше, and keeps да, you. Лучше, да, то, что my noodles are famous. Чел, я уже задолбался тебя донатить. Great food that is cheap and keeps you.
My noodles are famous. Поздравляю, Рэй, теперь ты официально стал алмазным гурманом лапшичной лапши Шань. А вот твоя особая награда, знак благодарности, такой даже Урс еще не пробовал. А теперь старый добрый чувак приготовил особую рецепт лапши всего для первого клиента с особым статусом алмазного гурмана. Настоящий мастер может приготовить исключительно блюдо, даже самые обыкновенные ингредиенты. Поверь мне, это будет нечто... Нечто. Я, конечно, ни на что не намекаю, но у меня уже денег нету. Вы лапшичку хавать. А что мне дал? Плакатик? Афаф. Вы когда-нибудь слышали о легендарном кафе, где еда никогда не заканчивается, а владелец постоянно на вас смотрит? Так, у нас уже два сколка есть. А, мы все равно через ворота проходим. Ну типа, у нас осталось не так уж много денег. Потому что я считаю потратил на ненужные способности, которые нахрен мне не нужны. Ради наград, почему бы нет. Рэй, сегодня я порадую особую капусту лапшу по секретному рецепту. Решил лишь отведать, есть. 888? Простой по своей сути, но сложнее в приготовлении блюда, созданного которое может только первоклассный повар. Сильный аромат прекрасно подчеркивает вкус густого и насыщенного бульона. 888, чел! А, я даже это пропустить не могу. Что странно. Почему-то. Хотя анимация одна и та же. А, нет. Бля. Какой-то осколок. Возможно, это какое-то сокровище. Считай, что это твоя награда за поддержку лапшичной чуани. Ага, большое спасибо. Вот что-то было. Я нашел последний осколок, вон что он такое дорогое. Только теперь у меня на ключей нету монет. Не удалось раздобыть путеводитель как кладовой, но я до сих пор не нашел ни одного таинственного осколка. 4? Ты нашел все 4 таинственных осколка? Похоже, в книге насчет силы богов все написано верно. Давай взглянем. Отнеси 4 осколка в комплекс, местами очень сложно читать. Ну, сейчас с вами отправимся тогда в комплекс. Он же как раз здесь, да, находится. Так сказать, и по сюжету пройдемся. Бля. Мне надо только на этом ехать туда. На бибике. Вот через канализацию получается, да? А хер там, подожди. Где транспорт? Мне нужно сюда попасть. Есть ли где-то ближайшее место, откуда я могу сюда попасть? Поезд только вон, в самом низу здесь. А, ну хотя я могу сюда тэпнуть сейчас. В канализацию, да? Давай сходим уже, посмотрим, что дадут за осколок. Ки. C4 осколка.
А где канализация? Может, это электростанция имеется в виду? А эта серия у нас длиннее выходит. Да не, это вообще что, куда-то не в то место пришел. Да, это вообще не то место. Это, а, это старый город. А почему оно на зеленом участке? Почему оно на зеленом тогда участке? Если это старый город того относится. Я взял то, что это канализация, потому что, ну, как бы... Зеленая уже территория, другая территория. Так, а сейчас нам получается просто вниз. И направо. Да, мне бы сейчас еще монетки. Было бы здорово раздобыть. Хотя, подожди, а нахрена мне поезд? Я могу сейчас просто добежать туда. Зачем я в натуре к поезду шел? Пусть с ним, ладно. Я еще здесь не был. Можно сразу туда сходить еще. Плавать-то мы теперь уже можем, поэтому как бы, да? К электростанции. Это я просто, получается, открыл сковородку. А нахера? А нахера? О, здесь он пыль не создает. Странно. Ну, создает пыль, то не создает пыль. Но мне кажется, нам дадут последнюю способность, навык. Последний навык, который у нас в этом,
в разделе. О, пыль пошла. Я не понимаю, почему мне за рыб ни хрена не дают. Навыки туда домашние, никто не спорит. Подожди, а что? Какой огромный урон у нас наносит? Вроде бы бурррррррррррррр, да? Или не бурррррр. Пешка не восстанавливает вот этот раздел. Понятненько. Ну, нам говорят идти налево по сюжету. Но мы пойдем направо. А хотя древний комплекс тут только 7%. А нет, нам наоборот говорят направо идти, а мы пойдем налево. Ну, я думаю, посмотрим, что там будем, наверное, заканчивать. А что времени и так уже до херища прошло. Ну это можно превьюшку взять. Эту дверь. Как раз справа будет надпись, слева внизу этот. Взрывцы. Нажмите FG вместо, чтобы использовать взрывцы. Требуется взрывцы, замедляет время и позволяет использовать навыки ON без ограничений. О, нифига себе. Интересно. Интересно, интересно. Но при этом меня всю ману сожрало, ёлы-палы. Жесткие, жесткие вы, ребятки. Ну что, думаю, в следующей серии тогда откроем эти ворота. Пойдем дальше по сюжету. Да. Либо... вернуться в локации, где мы уже с вами побывали. Мне нужен ключник. Мне нужен ключник сраный. Где он? Он либо в электростанции, либо в арсенале. Ну где он точно там? Нам уже даже не говорят, где это место. Ладно, пока, думаю, пойдем с вами по новой локации. Когда найдем телепорт, телепортнемся в арсенал. А, вот он, да, походу? Что это за значок? Бесконечное что-то. Ну и в арсенале его тоже бесконечное что-то. И вот бесконечное что-то. А, это же сферы, выдающие это энергию, да? Да.
Понятно, здесь один хер надо искать, где он находится. Он может быть в одном из трех мест. Арсенал? Электростанция? И еще где-то. А вот где ищи сам? Ладненько, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.